Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня собираюсь приготовить простецкую курочку. Простецкую, но в обалденном сливочно-сырно-шпинатном соусе. Быстро, без заморочек, вкусно. Вообще, такую штуку можно готовить одной рукой, не глядя, не отрываясь от просмотра любимого сериала. Поехали! Куриные окорочка надо приправить солью и перцем с обеих сторон и подрумянить как следует на растительном масле. Пока не будут румяниться, быстренько нарублю лука и чеснока. Еще для соуса вам понадобится сыр. Выбирайте, конечно, на свой вкус, но я бы рекомендовал брать какой-нибудь такой яркий, с резким вкусом, чтобы он соус сделал тоже таким ярким, насыщенным. Я вообще для такого случая на пармезан разорился. Вторая сторона зарумянилась, пока отложу окорочка в сторонку. Сейчас на той же самой сковороде, в том же самом масле, нужно обжарить до полупрозрачности лук и чеснок. Периодически помешиваем. Еще мне будет нужна помидорка. Ее нарублю кубиком, так же, как и лук. Лук дошел до кондиции, помидор сюда и шпинат. Сейчас он моментально осядет, и можно продолжать. Достаточно. Все, добавляю огонь и жду, когда курочка прогреется. Она успела остыть, пока дожидалась своей участи. Можно пока приготовить какой-нибудь гарнир на ваш вкус. Все, как видите, рецепт простейший совершенно. Маленькая фишка. Если у вас сыр недостаточно яркий, и соус получается, соответственно, тоже недостаточно яркий, то вы можете добавить в него 1-2 ложечки горчицы острой. Это исправит положение. Еще момент. Нет у вас сливок, и лень вам в магазин идти за ними, но молоко есть. Используйте молоко. Единственное, что в этом случае придется при обжарке лука добавить в него в конце обжарки 1-2 столовых ложки муки. И тогда уже проделать все остальные процедуры. То есть вот эти помидоры, шпинат, молоко. Она загустит соус. Будет, конечно, не так сливочно, как со сливками, но тоже вполне нормально. И теперь давайте пробовать. Сначала, конечно, курочку. Так. Ну, все любят жареную курочку. Вот она жареная, и еще она притушена в этом самом соусе. Немножко. Соус такой классный. Картошечку сейчас с ним. И соуса побольше вот этого. Угу. Угу. Простецкая. Достаточно быстрое и очень вкусное блюдо. Короче, пробуйте. Берите на вооружение, если вам нужно что-нибудь быстренько такое спроварить. Это же и к приходу гостей тоже можно сделать.
элементарно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Не забудьте лайк поставить, если понравилось. Если не понравилось, тоже дизлайк мне впендюрьте. Спасибо за компанию. Всем пока.